Так, друзья, вот такие вот газонокосилки здесь. Я спросил, там сказали, что это чтобы траву косить. Поставили в тенечек. И вот что интересное, смотрите, вот скамейка там, да? А наверху скамейки показывает, сейчас подойду поближе. Там и лошадки есть, о, супер. Вот наверху есть такой вот показатель ветра, и он постоянно крутится на всех. Тоже ничего, идейка. Так, подойдем к лошадкам. Так, проходить туда, я не знаю, можно, нельзя. Но я сниму вот так вот. Такое ощущение, как будто они друг за другом скачут, да? Да, красиво. Вот, даже камешки вот так вот собрали под ним. Идем дальше. А крыши такие на китайские похожи, да? Да, интересно. А вот с этой стороны их снять тоже. А, ну тут воду набирают, наверное, по вечерам, потому что там есть. Вот, смотрите, есть там вот такие вот кранчики. Оттуда, видать, вода идет, и фонтаны, и они между фонтаном стоят. Да, наверное. Ребята, вы знаете, я хочу еще добавить. Я рад, что связался с Ютубом. Потому что именно Ютуб выдвинул меня в это место. Ну и еще, конечно, есть братья наши, банда, слышали вы про нее. Я за счет этого все вот насмотрелся, наслушался, видел наживую, как люди двигаются, да, и тоже вот решил двинуться. Но не так двинуться, а в дорогу двинуться. В общем, движняк продолжается. Поехали дальше. Чем дальше, тем красивее и интереснее. Так, а что здесь у нас? Отель Орианзы. Это, наверное, там что-то пишется, место. Но это, видать, там магазины. Туда мы зайдем вечером. Сейчас поснимаем. Сейчас нужно здесь перейти дорогу нам. Вот, светофор, все дела. Пешеход. Вот не знаю, почему здесь пешеход с желтым цветом. Ауди, Ауди. Удайда, это для тебя, смотри, Ауди. У девчонки какая. Так, переходим дорогу. Зеленый загорелся. Надо еще по галереям погулять нам, машины поснимать. Любимая моя тема. Вот здесь вот такой вот вид. Видите, я перешел на зеленый. Где зеленый? Вот он. Так. Вот здесь тоже. И вот что интересно, на всех кругах, где поворачиваются машины, да? Вот такие вот реставрации есть. Я думаю, что это красиво очень. Смотрите, вот поезд, да? И кругом цветы. Ништяк вообще. Так. Это тоже, чтобы сидеть отдыхать. Вот кувшинчики. Красивые такие. Так. О, мы зашли, смотрите, куда. Здесь тенек. Идешь и свежо. Но там что-то есть, надо снять. Так, подойдем туда. Что у нас здесь? А, это проходик такой, да? Или что это, осьминог какой-то? Я не пойму, что это такое, но может вы поймете, я сниму. Вот такой вот проход. Вот. Так, пойдем дальше. Вот такая вот реставрация. На что похоже, не знаю.
Так, впереди, по-моему, есть китайские домики. Смотрите, крыши на китайские похожи. Сейчас мы подойдем поближе. Также на них есть показатель ветра. Крутится тоже. Так, ветер в мою сторону. Значит, я иду против ветра, да? Ну ничего, главное идти, а не делать что-то другое. Так, вот здесь такая киска. Кошка, по-моему. Да. А, у нее и глазки тут. Так. Вот такой вот. Наверное, кошка. В большом виде. Краска потекла немножко. Может, плакала. Вот китайский домик. Ну как китайский? Тут сидеть, отдыхать можно. Дальше улитка есть там. Вот такая вот Мерсини набережная. Гуляй, гуляй, не нагуляешься. Так, я люблю такие крыши китайские. Надо будет как-нибудь в Китай, наверное, съездить. В Пекин или куда-нибудь еще. О, супер. Так, сниму я это. Вот так. Пойдем дальше. Вот улиточка. Вот там люди отдыхают. Видите, кто где устал, да? Там и присел. Потому что почему? Потому что чисто. Везде чисто, аккуратно. И поэтому можно сесть хоть где. Так. Движемся дальше.